И к другим новостям. Банду вымогателей задержали ульяновские полицейские. Группа мужчин в течение нескольких месяцев вымогала у 19-летнего жителя Заволжья деньги. Следователи возбудили уголовное дело. Одного из фигурантов уже заключили под стражу. Трое других под подпиской о невыезде. Фигуранты встречали потерпевшего в различных частях Заволжья, избивали, после чего молодой человек выплачивал требуемую сумму. Таким образом, было присвоено порядка 85 тысяч рублей. В ходе спланированной операции на территории города Ульяновска полицейские провели одновременное задержание четверых предполагаемых злоумышленников в возрасте от 22 до 35 лет. Фото одного из них вы видите на своих экранах. Полицейские продолжают искать пострадавших от действий данного гражданина. Информацию можно сообщить в межрайонный отдел по борьбе с организованной преступностью или следственное управление регионального УМВД.